Друзья, мы рады видеть вас. А перед началом просмотра не забудьте подписаться на наш канал. Долгое время о Юрии Антонове почти ничего не было слышно. Еще месяц назад артист перенес сложнейшую операцию по замене сустава, которую делали в европейской клинике в Вене. После этого музыкант и вовсе пропал с радаров. Однако накануне композитор вышел на связь. Как оказалось, Антонова постоянно мучили сильные боли. Не так давно он неудачно подвернул ногу. Поэтому нытье в колене почти не покидало его. В итоге музыкант решился на операцию. В Вене, где собирали колено Антонова буквально по крупицам, сразу предупредили, что случай сложный, поэтому одной операции может быть недостаточно. Так и случилось. В итоге артисту пришлось проводить замену сустава, чтобы он наконец смог жить без постоянной боли. Как выяснили журналисты НТВ, за операцию Юрию Михайловичу пришлось отдать немалые деньги. За замену сустава, реабилитацию и личную палату с персональной медсестрой исполнитель легендарного хита «Я вспоминаю» отдал 50 тысяч евро или 4,5 миллиона рублей. Благо, операция прошла успешно, поэтому после восстановления композитор вернулся в Москву. Результатом он остался доволен. А сейчас уже начинает ходить. Правда, без подручных средств пока не обходится. Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы не пропускать свежие выпуски.